расположению, уберите столики, поднимите шторки иллюминатора, опустите подлокотники и пристегните ремня безопасности. Рекомендуем вам быть пристегнутыми на протяжении всего полета. Гамар Джоба, друзья! Мое очередное путешествие начинается в страну сочных хачапури, ароматных вин и вкуснейших хинкалей. Там потрясает красота живописных гор и хранят тайны древние храмы. Там можно пить боржоми и петь сулико, загорая на пляжах Черного моря. Итак, друзья, я в сердце Грузии, а точнее в ее столице. Самой центральной и главной улицей Тбилиси является проспект Руставели. Его протяженность около 1,5 километра, а конечными пунктами являются площадь Свободы и площадь Руставели, где, собственно, и установлен памятник поэту.
Проспект Руставели – главный нерв Тбилиси, свидетель самых важных событий в истории Грузии. Это вы видите церковь Кашвети. Она расположена напротив здания парламента на проспекте Руставели. Была построена сравнительно недавно, в начале 20 века. Но место, на котором она стоит, обладает значительно более древней историей. Кашвети построена на месте кирпичной церкви 18 века. Грузия приняла крещение в 337 году. Если верить грузинским преданиям, христианская вера появилась на землях Грузии еще в первом веке. Основателем грузинской церкви считается апостол Андрей Первозванный. Подтверждается присутствие христианских традиций в Грузии до 4 века и раскопками. Ученым удавалось находить захоронения 3 века, где встречались печать с изображением креста. В 90-е годы, когда стоял вопрос о самом существовании Грузии как государства, был построен храм в старом районе, на холме Святого Ильи, в труднейшее для Сакартвело время. Однако грузины смогли построить на собственные пожертвования вот такой великолепный христианский храм. Он впечатляет своими грандиозными размерами. В нем 14 престолов, высота почти 70 метров. Самый большой собор Грузии и прочно входит в десятку самых больших православных храмов. Ни один пожертвованный лари не был украден и не был пущен куда-то в не то дело, на которое строили храм. Сегодня он весьма любим и почитаем всем православным грузинским народом. Тбилисский Святой Троицы Кафедральный Собор. Для грузин храм – истинный символ нации, символ возрождения и духовной силы своего народа. Thank you.
Nebiriske bi gauzo me gaucheri ho Tu vera peri da suen Azri bi pazle bi khanche mi khanche ni jos Tu vera peri da suen Mufsi de shurduli varteri altere gos Tu vera peri da suen Marte vi sesre bi rame ti ranakle bi jos Tu vera peri da suen Moda, moda, mistio moda, si sulle dea. Moda, 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 mistio moda, si sulle dea. Moda, 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 mistio moda, si sulle dea. Moda, 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 mistio moda, si sulle До сегодняшнего дня Тбилиси был разрушен и перестроен несколько десятков раз, но сохранил средневековый шарм и в значительной степени свое оригинальное состояние. Город был основан 1500 лет назад грузинским царем Вахтангом Горгасали. Еще одна достопримечательность и визитная карточка Тбилиси. Храм Метехи. Он как бы вырастает из огромной скалы на берегу Куры. У храма нелегкая судьба. Когда-то рядом стоял большой царский дворец. Во времена нашествия монголов дворец был разрушен, а храм поврежден. Спустя несколько столетий в Метехский замок пришли турки, и их сменили персы. Но каждый грузинский царь считал делом всей своей жизни возродить жизнь храма. Благодаря этому эта древняя постройка дошла до наших дней. Доказательство тому – высеченная надпись на стене храма «Царь Ираклий силой отнял эту крепость у врага». Одна из старейших армянских церквей Тбилиси, крупная достопримечательность и главный храм для грузинских армян-григорианцев. Масштабная реконструкция вернула из небытия уникальные фрески, созданные выдающимися армянскими художниками в разные века. Самые старинные из них датируются 14 и 15 веками. На стенах храма изображены истории из Ветхого Завета, выполненные мастерами из династии Авнатонянов. Фрески более позднего времени выполнил выдающийся художник Башинджагян, а также сохранился иконостас XIX века. Согласно армянским историкам, церковь Святого Георгия была основана в 1251 году. Но мнения расходятся. По данным армянской епархии, церковь была основана в 631 году.
И сейчас вы видите место, из-за которого родился город. Это, можно сказать, сердце Тбилиси. Здесь уникальные серные бани с природными термальными источниками. Одна из самых популярных достопримечательностей грузинской столицы и лечебной. Само название города образовано от грузинского слова «тбили», что переводится как «теплый». Считается, что первые родники обнаружены во второй половине V века царем Вахтангом Гаргасали. Я расскажу вам самую популярную историю появления города. Однажды во время охоты подстреленный царем фазан упал в один из источников и, по одной версии, чудесным образом исцелился. По другой, фазан сварился. Вот так вот, так или иначе, но это место произвело на царя неизгладимое впечатление, и он решил, что сюда должна быть перенесена столица Грузии. На вершине холма Саламаки находится монумент Мать Картли, символ города и страны. Его высота достигает 20 метров. Установлен он в 1958 году к 1500-летию Тбилиси. Скульптура изображает женщину, держащую чашу с вином и меч. Таким образом, скульптор Амашушели выразил национальный характер. Вино для друзей, а меч для врагов. Jeżeli był na świecie raj, to był na pewno właśnie tam. Tak wiele barwnych wspomnień z Gruzji mam. Na twarzy został słońca ślad,
Ach, jaki piękny jest tam świat. Oddałam serce w zamian, wzięłam tę piosenkę. Wiso urzekło mnie urodą swą. Szczyty gór skąpane w blaskach słońca. W Tbiliso gałęzie kwitną cały rok. Wracam w snach co noc do Tbiliso. Tbiliso, zista verde bisuhare. Тбилисо, гавэнди квитнул целый рок. Врацам в снах ца ноц до Тбилисо. Грузинский храм на склоне Салалакасского хребта. По своей сущности, это копия базилики Рождества Спасителя в городе Вифлееме. Долгое время был армянским храмом Богородицы Вифлеемской. И теперь его принадлежность является предметом долгих дискуссий. В грузинской среде принято думать, что первый храм на этом месте появился в V веке и построил его царь Вахтанг Гургасал, и что здесь была похоронена его мать Сагдухт. Армянская версия датирует, что в 1500 году был построен храм Богоматери неким армянином Тергригором, который для постройки из Палестины привез немного Вифлеемской земли. И храм построил на этой земле, отчего и стал называться Вифлеемский. Совсем рядом, чуть ниже, стоит церковь, известная как Нижняя Вифлеемская, также известная как церковь святого Степаноса Пресвятой Девы, построена в XIV-XIX веках. Была перестроена между 1868 и 1870 годами и действовала как армянская церковь. С 1989 года все свидетельства армянской религиозной иконографии были уничтожены и заменены на грузинские. Mi khwar khar met kida
ვერ მოგახედე Спрятанный в ущелье между скал город сохранил свою историю, гордость и традиции. Тбилиси примет каждого в свои объятия как самого дорогого гостя. Он очень красивый и теплый во всех смыслах. Ნაწლების მერემე სკოლის გზას გავდივარ ხვდები თუ როგორ მარტივად გავზრდილვარ მარტივად გავზრდილვარ წვიმი სუნით გას ნამიან ქუჩაზე ძაბრად შევიგრძნო რომ ვეღარ ვიბავშვე Ciao.